straight masterpiece. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Стой! Может быть, я, конечно, простой студент, но я буду любить тебя вечно. А для него ты очередная игрушка. Выдра, ну что, ты едешь, нет? И кого ты выбрал? Нет, ну а что? Я всегда хотела попробовать втроем. Это знакомо каждому водителю. About to take off on you peons and go back to Mars. About to leave these peons behind like the Jackson 4. Не-не, бесит, когда кому-то весело. Не-не, бесит, когда кому-то весело. Не-не, бесит, бесит. Tried to put me in a box and then I crashed the Porsche. By the way, go V&V, I can't go back and forth. Yeah, got a driver, not Benz and Bentley. Be my Benz and Bentley. Be my Benz and Bentley. My jeans are never empty, bitch. Не-не, бесит, когда кому-то весело. Не-не, бесит, когда кому-то весело. Не-не, бесит. Каждому водителю. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Я сейчас за рулем, я тебе позже отвечу. Подожди, звонок еще другой. Алло, ёлки-палки. Алло, да, я тебе перезвоню, не могу за рулем говорить. Алло. Алло. Не особо удобно, если честно, говорить. Who the fuck niggas is, boy? OVO, man, we really with the shits, boy. Yeah, all up on TV, I thought it made me richer. Wasn't paying me enough, I needed something. От будильника нужно вставать с кровати. Нет, пожалуйста. Нужно вставать. Я умру. Когда тебе нужно сесть на сидушку туалета? Это будет холодно. Когда выходишь из душа? Когда нужно вытащить руки из кармана, чтобы достать ключи? Радость того, когда берешь что-нибудь горячее. Одевайтесь теплее и не мерзните. С наступающим! Маш, ну может быть это? Нет, нельзя, ты меня никуда не вводишь, ты мне ничего не даришь, мне ничего не будешь. Ну да, у меня сейчас баланс ноль. Можно получить цех за баллы? Ага, баллы еще надо заработать. Я тебе, любимая. Ты у меня такая красивая. Поделишься с друзьями, получишь дополнительные баллы. Маш, я тут подумал, а может быть я тебе сумочку подарю? Ага. С твоими возможностями ты мне только пакетик из супермаркета подаришь. Дорогая, это тебе. О боже, какая крутая сумка. Тёма, ты что, ради меня продал какой-то орган? А еще я хочу туфли. И ты заслужишь все, что хочешь. Баллы накопились. Да? And they stay there. And they say yeah. And they say yeah. Какую кофточку выбрать? Вот эту справа, она хорошо подчеркивает цвет твоих глаз. К этой кофте есть две юбки, какую надеть? Слева классные, подчеркивают твои шикарные ноги. Угу. А туфли какие? Вот эти, они прекрасно дополнят твой образ. Зай, спасибо, ты мне так помогаешь.
Без тебя бы точно не справилась. Так круто, что тебе не пофиг. Ты не такой, как все. Ты вникаешь в мою проблему. Еще надо курточку выбрать. О, решка. Значит, куртка справа будет хорошо смотреться на фоне туфлей. А ваш счет? Так, ну что, Тём, пополам? Лев, я тебе потом на карту скину. Потом на карту скину. Девчонки, вот и мороженое. Тём. Я тебе потом на карту скину. Ну, Артём! Да скину. Тём. Да скину. Артём! Скину. Тём! Скину. Тёма! Да скину я! Артём, пора деньги отдавать. Ладно. Ты что, издеваешься, что ли? Ну, только за ресторан. Ну хоть последние трусы не забрал. Или закрываем. И я не знаю, что сделать, чтобы ее удивить и понравиться ей. Может, чего-нибудь посоветуешь? Подари ей китайский фонарик. Сыграй на гитаре. И что-то там так одинаково. Подари рисунок. Если у тебя совсем ничего не получится, ну, сними видео про себя на GoPro. Но я же ничего не умею. Просто попробуй. Классный, ты мне очень нравишься. Блин, любимый, ты бы хоть предупредил меня, я бы сделала какую-нибудь классную рожицу или что-нибудь придумала. Да не, я просто смотрю, как эта функция работает. Хочешь чего-нибудь снимем? Да, давай. Готов? Ну что, получилось? Дай посмотреть. Да не, ничего не получилось. Занимайся, чем занимался. Тём, ну я тебя просила, тебе что, сложно предупредить меня? А, прости. Блин, ничего не видно. Чёрт, да я совсем забыл. Нужно либо срочно подарок найти, либо задобрить её едой. Будем готовить мини-сэндвичи. Этот парень отлично держит форму и не размокает. Как все эти слюнтяи. Детка, прости, но я не успел купить тебе подарок. Да ладно. У тебя есть что-нибудь перекусить? Я такая голодная. Есть кое-что. Как вкусно. Я знаю, кто будет главным по новогоднему столу. Привет, дорогая. Сегодня я спал очень крепко. С твоей подругой Леной мы обсудили погоду для нашего пикника. Снова? Она такая жаркая и солнечная. Снова, что ли? Спасибо, что познакомилась с работодателем. Артёмка! Привет, дорогая. Сегодня я спал с твоей подругой Леной. Жаркая. Спасибо, что познакомила. Спасибо? Да что? Мы расстаемся! Дима? Да что? Мы расстаемся! Я расстался с тёлкой. Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. Я расстался с тёлкой. Я расстался с тёлкой. Мне пиздец хуёво. Мне пиздец хуёво. На самом деле похуй. Алло, Лена? Она была не очень.